Здравствуйте. Белина черная. Двухлетнее травянистое растение семейства посленовых. Ну, во многих справочниках травяных и там выпусках на ютубе можем увидеть, что это растение очень ядовитое, и обходить его лучше 10-й дорогой. Некоторые опытные, скажем так, лекари пользуются этим растением как отличным обезболивающим и противоопухолевым средством. Значит, я расскажу только, как наружно применять его. К осени созреют семена коробочки, вот вместо этих цветков у белины. Их можно собрать в любое время суток, так как по прописям растения собирается, как и многие цитостатики, ночью. Вот такие условности в определенную фазу луны, а семена можно собирать и когда вам удобно. Собранные семена молят в порошок и настаивают на оливковом масле экстра вержен, то есть холодного отжима. Настаивают в стеклянной банке в соотношении 1 к 5, то есть 1 столовая ложка порошка, 5 столовых ложек масла. Настаивать 21 день в темном месте. Периодически взбалтывать надо баночку с маслом. По прошествии 21 дня, значит, масло надо процедить и пользоваться этим маслом, мазать проблемные места. Ну, надо, естественно, по чуть-чуть начинать попробовать, как ваша кожа отреагировать. Ну, проблемные места, это я имею в виду невралгические боли, при невралгии, при подагре, при ревматизме пользуются вот маслом этого растения. Ну, так вкратце или не все. Всем здоровья и хорошего настроения.